И в завершение выпуска новости спорта. В Джакарте в эту субботу стартуют 18-е летние азиатские игры. Около 10 тысяч спортсменов из 45 стран вступят в борьбу за награды. 8 североказахстанцев вошли в состав сборной страны. Кто получил путевки на азиатские старты, знает Илья Кудряков. Азиатские игры стартуют 18 августа и продлятся до 2 сентября. Пройдут они в индонезийском городе Джакарте. В честь Казахстана будут защищать около 500 спортсменов. 8 из них – североказахстанцы. Это трое легкоатлетов. Наших спортсменов – Михаил Литвин, Маргарита Мукашева. Это Ирина Эктова, тройной прыжок. Это у нас и 5 велосипедистов. Североказахстанские велогонщики достойно выступают на республиканских и международных соревнованиях. Недавно стали победителями в общекомандном зачете на спартакиаде среди юниоров по велосипедному спорту. Стал лучшим на соревнованиях Тур Австрии Алексей Луценко. Спортсмены рассчитывают повторить успех и на азиаде. Выступать будут за честь Казахстана 5 представителей Североказахстанской области. В шоссе будут участвовать Луценко, Бижигитов. Они будут выступать в двух видах. Это индивидуальная гонка и групповая гонка. Захаров, это представитель нашей области, будет участвовать в трековой программе, то есть на треке. Сайфудинова и Умуджанова, они также будут участвовать на шоссе. На азиаде в Инчхоне казахстанские спортсмены завоевали 28 золотых, 23 серебряные и 33 бронзовые медали. Илья Кудряков, Даниил Тарасов, новости МТРК.